В 11 серии сериала «Сердцебиение» Эйлюль в шоке от слов Синана. Она начала строить стены между собой и Алиасафом, задумавшись, сколько правды в том, что они пережили за это время. Алиасаф пытается выяснить, из-за чего так холодно Эйлюль, и в то же время к ним поступает очень сложный больной. Решение, найденное Алиасафом, покажется всем просто чудом. Пока все это происходит в больнице, к команде присоединяется еще один будущий доктор, и для Эйлюль это станет большим сюрпризом. Фатих травмирован смертью Бахар. Смогут ли остановить его от того, как он причинит кому-либо вред? Каждый раз, когда Алиасаф хочет приблизиться к Эйлюль, что-то им мешает. Неужели теперь к ним прибавится и сестра Эйлюль, которую та никогда не признавала? Пока идут поиски на все эти ответы.